Пропустили уже, да, как мы вышли из дома, на занятия сходили, вот уже на площадку пришли гулять. Купили морфушки вкусняшку. Да? Вкусно, дочь? Кушай, 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 моя любимочка. Побольше откусывай, все щиплешь, как птичка. Жалко, что нет возможности снять все, где она лазит, на какие высоты она забирается. Потому что, ну, надо ее страховать, и у него обе руки заняты. Сейчас она уже в расслабленном виде, добежала первая до качели. Да, Марфуш? И сидит, качается. Покушала, пьет водичку. Да, любимочка? Я ее домой зову время второй час, чтобы спать лечь, а она все никак. Домой пойдем? Котеночек. Глаза уже спят, спят. Марфуш, пойдем домой? Вчера с моря приехали уже поздно, в 11 часов. Она так смешно засыпала. Я уже легла в кровать, она рисовать побежала первым делом. Видимо, за день соскучилась по рисованию. Легла ко мне на кровать, и пока мастилась на плечо ко мне лечь к титечке, уснула, даже не успела ее взять в рот, просто вырубилась. Я так смеялась над ней. Ну, конечно, она устала. Еще дорогой она не спала в обратную сторону. Нас напугал взрыв колеса у фуры, взорвалось колесо. Марфа напугалась, открыла резко глаза, проснулась. И, конечно, она больше не уснула дорогой обратной. Ну, что-то сегодня вообще у нас, да, дочка, выпадает день, потому что что-то все некогда снимать. Убирались очень основательно, очень долго терли все на свете. Марфуша все помогала, мыла посуду, все везде облила, залила. Да, дочка? Идем папу встречать, да? Да. Заодно зайдем в магазин, купим ярочек, игрушек. Марфуша пол мыла, да, дочь? Пол мыла? Да. Да, ну она умница. Все, смотри, приехал лифт. Будем заходить. Да, сейчас в лифт зайдем, тогда я тебе дам. Нажимай свою кнопочку. Давай, давай, тут какие-то алкаши здесь были. Расскажи мне этот сказочку. Стишочек про Мишку Косолапова. Курочка, молодец. 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 Да, Мишка Косолапый по лесу идет, шишки собирает, держись, песенку поет. Шишка отскочила прямо Мишке куда? Да. В лоб. Мишка рассердился и ногою. Стоп! Молодец! Стоп! Язык мне показывает. Кто тебя научил язык показывать? Да удивительно, мы сегодня погуляли с утра. В этом же костюме были, ну вот в этих. И мы не заморались, хотя мы облазили сегодня вообще все, что можно было. Вкусный цветочек? Да. Лилии расцвели! Да! Красиво как! Можно понюхать их, дочка, они так вкусно пахнут. Не дергай цветочки. Не-не-не, дядя их поливает, ухаживает. Их можно понюхать только. Ой, как красиво, правда? Да. Нельзя рвать, Катюнь. У нас сегодня же Марфа лунатила. Ночью просыпается, потому что она куда-то пошла. Рома тоже, кстати, проснулся, я не знаю, помнит он или нет. И он такой вскакивает вроде как за ней, я говорю... Я его ложу обратно, ну, даю ему понять, что не надо. Мы ее можем испугать в состоянии лунатизма. Ну и все, я сижу, села на кровати, сижу, слушаю, что происходит. Она раз, видимо, проснулась и закричала: «Мама!» Ну и я побежала уже, конечно, забрала ее. Можно? Давай. Машин нет. Молодец, молодец, молодец. Посмотрела? Нету машиночек? Переходи дорогу. Ой, какой ветер поднялся сильный, да? Заезжай туда. Стой, автобус едет, Маркуш. Машина едет. Стой, доченька, стой. Пойдем переходить дорожку, пока автобус будет собирать пассажиров. Пойдем, роднуль. Поехали. Марфуш, скорее. Сейчас будет 2 часа думать. Давай, 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 давай. Молодец. Стой, 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 Марфа, стой, машины могут ехать. Не посмотрела, перешла. Нету машин? Хорошо, поехали теперь. Ты на коне, да? Молодец.
Давай, залазь в вертолет. Ручку давать? Будем двумя ножками спрыгивать, давай. Раз, два, три. Молодец! Вот умница. Еще, пойдем разок. Давай, 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 давай. Раз, два, три. Хоп, молодец. Вот это ты молодец, собака мордой вниз. Умница. Опа! Ты уже сегодня пресс покачала много раз. Еще? Ручку. И уху! Ага, вижу чей-то два хвоста. Привет! Привет! Нет, не та горка. Это не та горка в немецкой деревне, чтобы подняться. Внимательно! Ну, скользко ж. Дальше пойдем? Ну, сама будешь перелазить? Ну, тогда перекидывай ногу. Поворачивайся бочком. Вот, молодец. Молодец, все правильно. Нет, вот эту ручку теперь вот сюда. Вот, вот. И теперь вторую ногу. И оп, молодчина! Высоко. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 9, 10. Ага, ага. Ну-ка давай, я тебя буду снимать, как ты будешь красиво скатываться. Давай, поехали. У-ху, горка совсем детская, Марфа. Мальчик, на старт попадем, а мы с тобой на эллипсоид. Дочь, на эллипсоид, Марфуш. Марфа Романовна, на эллипсоид пошли, вот сюда пойдем. Не сталкивай, он первый пришел. Пошли на эллипсоид, пошли. Ой-ой-ой-ой-ой, пойдем вот сюда пошли. Там можно соскользнуть. Марфуш, ножку поставь в черный отдел. Поставь в черный отдел, вот, и теперь шуруй. Давай, я тебя буду снимать, поехали. Еще сильнее, сильнее, сильнее. Вот, толкайся сильнее. Толкайся сильнее. Вперед, 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 молодец, молодец. Все, мы все отвоевали, да, дочь? Марфа на своем месте. Мне скомандовалось сесть туда. Надо в губернский ходить вечерами на спортивную площадку. Мне одеваться по-спортивному и прям тренировку фигачить. Мама педалит, Марфуша степит. Болит еще? Давай, сейчас посмотрю, сейчас. Вот только что, 5 минут назад. Марфочка у меня упала, на камнях подскользнулась. Расфигачила вот с этой стороны, вот-вот. И внутри всю губу разбила. Ну все, уже же прошло. Уже же прошло? Уже все, да? Пришлось реабилитироваться, дать киндер. Все, вот все в крови здесь. 2 салфетки в крови испачкали, все, кровь остановили, ну. В киндере нам попалась черепашка-ниндзя, да, дочь? Ну мы не знаем, кто это, и дочь не знает. Вообще мы киндеры едим очень редко. Он у меня лежал, мы его купили и спрятали. Ну, может быть, раз в месяц, раз в 2 месяца. Ой, котик трется об тебя. Котик, да? Мяу, говорит котик, да? Мяу. Кот. А, кот? Ты ничейный, да? Пойдем, может, домой мультики посмотрим. Я замерзла. С ним пойдешь? Да. Домой его брать? Да. Кота домой нести? Угу. Вот, Руж, как-то я не знаю. А нужен ли нам кот? Забей. Вы подеретесь. Тебе уже же... Секай. Секай, да. Может, какой-нибудь суслика, хомячка бы купить.